Доброе утро. Доброе утро. Прошу. Ого. Прошу садиться. У нас сегодня какой-то праздник. Боюсь показаться нескромным, но со мной у вас будет праздник каждый день. Итак, прошу внимания на стол. Картофель дофине. Паштет патамисон. Кокосовые сливки и гвоздь программы профитроли с заварным кремом. А ля бари, что в переводе с французского означает по-бочкински. И как это у вас получается из простых продуктов вот такую вкуснятину делать? Все очень просто, Настенька. В еде ведь что главное? Правильное название и вдохновение. Вот только мне много не кладите, я не съем. Надо, надо, Настенька, как говорят древние греки, утреннюю пайку, в смысле завтрак, съешь сам, а вот обед поделись с другом. Так что предлагаю сегодня вместе пообедать. Извините, но занята. Да? А, ну, может, тогда поужинать. Вечер тоже занят. Как жаль, как жаль. Ну, же... Ой, у меня же еще чай с горными травами. Сейчас. Настюха, привет. Привет, пап. А машинку-то я сегодня твою взял, да и помыл. Что? Чего? Подавилась, что ли? Чайком. Подожди ты с чаем. А, пап, ты что, ты делаешь? Полицай, сейчас убьешь ребенка. Что ты, верный способ? Как верный способ? Ну, нормально. Ну? Ну, слава богу. Ничего себе, машину помыл. Ты что, всю ночь мои Гадыра читал? Да че там делов-то? Зато, Наська, твои пейзажи сейчас блестят, как новенькие. Натюрморты, папа, а не пейзажи. Слушайте, интересный денек начинается, а? Сначала накормили, потом чуть не убили. А это что? А это все Иннокентий Сергеевич. Пап, давай его у нас навсегда жить оставим. А зачем? Что, я завтрак что ли не смогу приготовить? Так? Нет. Ну, это мы еще посмотрим. А вот сегодня вечером мы с тобой идем ужинать в ресторан. Сегодня вечером я занята. Как это? Так это. У меня дела. Все. Всем привет. Пока, спасибо. Пока. Анастасия! Тебя не чужой дядя с улицы! Родной отец в ресторан приглашает! Слушай, ну ты даже в ресторан приглашаешь, как на допрос вызываешь! Ну человек не может, занят, объяснил тебе, что ты собственного ребенка под конвоем в ресторан поведешь? Не поведешь. Может, куда ты забираешь? Я не попробовал еще ничего. Деликатесы женщинам и детям. А себе пожарь яичницу. Я не понял, иди сюда. Это куда это она вечером намылилась? Смотри, Иннокентий, если это твои штучки, предупреждаю, о твоем отцовстве пока молчим. Слушай, что-то я не понял, начальник, мы так не договаривались. Ты хочешь сказать, что я не могу провести вечер с собственной дочерью? Не можешь. А почему это? А потому что я тебе не доверяю. А свободное время она будет проводить со мной. Как сказала Аня Керн Саше Пушкину, отнюдь. Яйца в холодильнике. Жмот! Куда собрался? То есть сначала ты мне свиданки с родственниками прикрыл,
А теперь еще и прогулок лишить хочешь? Значит, с Настей гулять собрался. А хоть бы и собрался. А что? А на какие шиши? Позвольте полюбопытствовать. Ну, знаешь, кое-какие тугрики у меня еще сохранились. Для разбега хватит. Считай, что разбежался. А вот теперь резко тормози. А что случилось-то? А я тебе квартплату повышаю. В 2 раза. Ну ты красавец. Ну красавец. Беспредел, начальник. А что такое? Я имею право. Не нравится? Съезжай. Не надо глазки пучить. Не надо. Ничего личного. Закон рынка. Ну ты гад. Ты знаешь, кто ты? Ты новая ветвь эволюции. Homo mentus. Человек хапающий. Сам работать не может, а вот обобрать трудящегося за милую душу. Это ты что, трудящийся-то? Тебя ни на одну работу не примут, потому что ты вор. А тебя что ли примут? Меня? Без проблем. Вот сомневаюсь я очень. Почему? Потому что я хоть и вор, но я свое отсидел. Я честно искупил, что называется, и с чистой совестью на волю. А вот ты мент и никому не нужный, потому что бывших ментов не бывает, так что тебя исправит только могила. Понял? А в таком случае, гражданин Бочкин, позвольте ваш паспорт. И с регистрацией. А что, ломка по понятиям началась? Слушай, а ты на кухне у тараканов по ночам документы тоже спрашиваешь? Так что, нет паспорта? Нет регистрации? Значит, и работы нет. Я тебе не Дуся смоловаренного. Я себе ксиву сделаю. У меня 3 ходки за спиной. Угу. Опыт есть. А вот вы, дорогой товарищ, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Закон-то нарушаете. А как это я его нарушаю? Да вот так вот. Вы, гражданин Тучков, как владелец квартиры, обязаны были зарегистрировать меня в установленные законом сроки. Вот оно как. Зарегистрировать? Да. Да? Да. Хорошо, зарегистрирую. Вот и зарегистрируй. И зарегистрирую. И налоги заплати с этого. И даже налоги заплачу. Угу. Больше того, я о паспорте о твоем побеспокоюсь. Знаешь почему? Потому что я сильнее тебя. Мне фора не нужна, я тебя все равно с потрохами сожру. Подавишься. Мам, я поехала! Настя! Я с тобой! Ой, извините. Вы добрый откуда? День. Я оттуда. С неба, что ли? Да нет, вот с дерева. Мой. Младшему брату, так сказать, помог. Можете. Ваш? Что же ты делался? Мой. Ну вот. А ну-ка. Вы меня? Вас. А чего это вы тут? Ходите, рассматриваете, а? Да нет, я не рассматривал. Я стучал, а мне не открыли. Вот. Видимо, спит еще. Кто ж такое время спит? Не открыли, значит, дома нет никого. Да, а вы не знаете, когда она приедет? А кого надо-то? Настю? Нет, вы знаете, другое у нее имя, такое красивое, старинное имя. А, вот, Елизавета Александровна. Мося. А вам она зачем? Ну, я знаю, она комнату сдает. Ну, допустим. А я комнату ищу. Документ есть? Зачем? Для порядка. А то вдруг вы мошенник. Ну, там этого не пишут. А вы, получается... Елизавета Александровна. Очень приятно. Березкин Андрей Павлович. Промахнулись вы, Андрей Павлович. Вон там мой дом. Да? Вот и правда промахнулся. Но с другой стороны, был бы забор, было бы понятней. Ну зачем забор? Калитки хватает. Ну, конечно, да. Ну что, пойдем смотреть комнату? С удовольствием, Елизавета Александровна. Ну что, куда едем? В милицию. Только сначала высадим Василия Павловича, потом уже сами. Да что вы, Никита Сергеевич, вы у нас гость. В первую очередь вас, а уж потом нет, мы. Давайте, знаете, сначала вас. Я не спешу никуда, вы торопитесь. Никита Сергеевич, только после вас. Ну что, куда поворачивать? Налево. Направо. Все, приехали. Выходите. Оба.
Я извиняюсь, а кто же вы по профессии-то? Я программист. Угу. Поэтому тишина в моем деле первое дело. С этим делом у нас полный порядок. Соседчик нет, слышно. А кто у вас сосед? Очень серьезный человек из органов. Mm. Так что я под полной охраной. Да. А живете вы одна? Одна. Я портниха-надомница. Mm-hmm. Так что, если что, перешить, зашить. Mm-hmm. Милости просим. Ну, обязательно воспользуемся. Спасибо. А сосед, вы говорите? Ой, вы не волнуйтесь. Не волнуйтесь, он вам мешать не будет. К тому же у него теперь свой жилец. Жилец – это хорошо. Хорошо. Аккуратный такой, культурный. С Настей вместе в музее работает. А Настя – это? Дочь его. Угу. Жильца или соседа? Соседа, конечно. Угу. А в каком музее работает? Ну, я не знаю. Ну, где картины висят. Хорошая девушка. Только вот парня еще своего не нашла. Да и где найти-то? В музее одни бабы. Ну да. Ну, может, еще повезет. Правда? Да, конечно, повезет. Кто ищет, тот всегда найдет. Ну, так-то оно так. Только вот бывает, женщина ищет, а потом паспорт перечтет и посидеет от ужаса. Ну ладно, вы комнату будете снимать? Буду. Хорошо. Только что-то тут мокрое. Ой, извините, это после дождя. Если баночку поставить под подоконник, я вам потом ее принесу. Хорошо. Ну, вы пока располагайтесь. А я тебе так скажу, Василий, ты мужик правильный. Я тебя всегда уважал и уважать буду. Ну, а отставка твоя, ну, полное недоразумение. Ну что, еще по чайку? Да, по граммульчике. Слушай, у меня тебе просьба, Сергей Иванович. Все, что хочешь. Спасибо. Там у тебя в коридоре сейчас сидит некто Бочкин, Иннокентий Сергеевич, освободившийся из места заключения. Знакомый? Ага. Я его туда и отправлял. Понял. Сделать так, чтобы свобода ему медом не казалась. Да нет, Сереж. Ты можешь ему регистрацию сделать? На мой адрес. Ну, Палыч, ты даешь. Да если всех кого-то сажал, так себе селить будешь. У тебя же как в Китае начнется. 1000 человек на метр. Ну, всех не начну, а вот это вот пришлось. Обстоятельства так вот сложились. Ему еще паспорт нужен. Ну, по закону 3 месяца, но для тебя... Не-не-не, Сережа, ты что, для меня? По всей строгости закона. Я тебе говорю, нету документации у меня на это железо. Да-да, нету. А договора с таможней ты сам обещал подписывать. Вот и подписывай. Егоров Вадим Дмитриевич. Он же Вадик Педаль. Статья 166, часть 2, 5 лет. Ну и память у вас, гражданин начальник. Ты в трубочку-то ответь. А то ведь таможня ждать не будет. Володя, я тебе перезвоню, за мной пришли. Ко мне пришли, Володя, я тебе перезвоню. Ну и скажи мне, давно ты из угонщиков бизнесмена-то переквалифицировался? Василий Павлович, чему прошлое это ворошить? Я на вас зла не держу. Я понимаю, у вас дело такое, дела заводить. И мне давай здесь не пой, Егоров, не Киркоров. А чего мне петь-то? Чего мне петь? Я чист, как слеза младенца. У меня он легальный бизнес, автосалон. Да-да. Практически по специальности, да? Гражданин, подполковник. Или полковник? Нет. До генерала дослужились.
Не мельтеши, Вадик. В глазах рябит. Ну, я понимаю, он конкурента наплели, да? Я смотрю, вы уже ордерок приготовили. Можно глянуть? Можно я гляну? Опа. Вот это да! А я испугался сначала. Во, фишка! Дай сюда, это не тебе. Как и не мне? Как управляющему автосалона Егорову Вадиму Дмитриевичу. Это же мне. От Тучкова Василия Павловича. Во! Дожил Вадик педаль. Следак Тучков на работу ко мне пришел наниматься. Ну что, Вася, новую жизнь начинать будем? Нет. Только не с такими, как ты. А других сейчас, гражданин начальник, не найдешь. Ну ничего, я искать-то умею. Вот это, надеюсь, ты педаль еще помнишь, да? Ну что, картины Репина не взяли? Потому что вы уже везде пролезли, окопались. Кто это мы? Варьё. А у вас в отделе что, думаешь, одни ангелы сидят, да? Как ворон на ветках, еще крылышками под щечком хлопают, да? Что? Не дали паспорт? Тебе спасибо, ты ж постарался. А что так? А то ты не знаешь. Только я-то на работу устроюсь, а вот ты... Пенсионный фонд. Со своими принципами, как сидел на диване, так и будешь штаны протирать. Понял? Устроишься. Кто бы сомневался. Нет. Для вас же закона-то не существует. Свинья же она везде. Грязь-то найдет. Это ты о чем сейчас? Не о том ли законе, по которому я 20 лет отсидел за паршивую сотню баксов? А? Не надо, Кеша. Сидел ты справедливо. Знаешь, начальничек, давай не будем чернуху лепить. Всем привет. А, привет, Настенька. Здрасте. Здрасте. Привет, пап. О чем спор? Так вот, пытаюсь объяснить Василию Павловичу, что черный квадрат все-таки является апогеем супрематизма. Ой, Иннокентий Сергеевич, это бесполезно. Папа колорит от колорифера отличить не сможет. Я пойду. А ну-ка стоять! Что? Ты где была? А что? Что-что? Я волнуюсь! А ты не волнуйся, я взрослая девочка. Что в сумке? Чего тебе какая разница? Просто интересно, что можно притащить из музея в такой сумке? Надеюсь, не картины. Нет. И вообще я в музее не была. Ну что, допрос окончен? Можно мне идти? Свободны. Спасибо. Слушай, Вась, ну ты просто ментоголик какой-то. Надо себя держать в руках. Ни дня без дознания. У нас все-таки с тобой взрослая дочь. А что это значит у нас? А то и значит. Девочка-то хорошая, только, знаешь, ей с воспитателем не повезло. Не с воспитателем, с наследственностью ей не повезло. Не надо, с генетикой у нее все в порядке, каждый позавидует. А вот то, что ты собственную дочь не знаешь и чем она живет, это факт. Да все я знаю. Да? Ну тогда скажи, где она была сейчас? Ну, она тебе ну-ка. Сказала. Что? Где надо, там и была. Ага, понятно, ну давай зайду с другого боку. А что она любит? Ну-ка. А? Она меня любит, и мне этого достаточно. А, ну да. Ну тебе это точно достаточно. Ты же у нас человек ограниченный. А, вы у нас такой разносторонний, да? Тогда сам и отвечай. Ну, в любом случае, классическая музыка точно любит. Шопена, что ли, твоего? Да кроме Шопена, знаешь, много других есть еще композиторов. Где моя постель? Извини, замотался. Сейчас принесу. Слушайте, а здорово у нас получается. Так она ж чистая. Ну и что? Постирал, прогладил. Тебе ж некогда. На чистом спать приятнее, наверное, да? Ну, ты пап даешь. Спасибо. А ну-ка стоять! Что? Так, что ты говорила у тебя в сумке-то? Я говорила в сумке, что мне надо.
А я еще, между прочим, в прихожей лампочку вкрутил. Да, не щадишь ты себя, Вася. Завидуешь? А я вот еще возьму в выходные, ее на футбол свожу. Куда? Говорит, что я дочку свою не знаю. Вот, она у меня вот с этих пор, с детства, футбол любит. Как там у твоего Шопена-то? Вообще-то это Моцарт. Да мне какая хрен разница-то? Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, простите. Слушаю вас. Мне бы чего-нибудь классического. У нас все классическое. А кто вас именно интересует? Композитор какой-нибудь. Желательно великий. У нас все великие. Я так понимаю, вы впервые решили приобщиться к волшебному миру классики. Ну да, решил. Да, это приобщусь. Тогда я вам порекомендую Перголези. А он великий? Даже не сомневайтесь. Тогда два билета на субботу. А в чем исполнение желаете? А в чьем есть? Есть чудный скрипач из Пекина. Джен Горчен. Нет, китайского не надо. Не доверяю. Кто еще есть? Струнный квартет. Рубинштейн, Гроссман, Листерман и Тейтельбой. Че так много? Нет, давайте этого. Из Пекина. Ну, хорошо. Дядь, ты что, на футбольчик решил сходить? Ну да, касса закрыта. Почему? Да, эти закрыты, да. Другие открыты. Которые? А вот эти. А. По кому прешься? Не понял. Говорю, фанатеешь по кому? А, да нет, мне все равно. А кто тут поинтереснее? Дядя, полирнешь пивком, и все интересные будут. Это понятно. Ну а если все-таки на трезвую голову? На трезвику это подумать надо. Мясо, наверное. Нет, я вегетарианец, мне на футбол. Это я понимаю, дядя, ты послушай фамилии, послушай. Секу, Думбия, Рох, Пареха. А? Слушай, я не понимаю испанский. Мне главное в субботу и все. В субботу есть, сколько нужно? Два. Два, 2000. Сколько? А ты сколько думал? Я думал 500. За 500 рублей иди вон в городки, смотри, в парке. А. Ну будешь брать или нет? Я буду, конечно. Вот. Ну давай. Да. А, спасибо. Дима. Спасибо. Да, сейчас, конечно. Во. Спасибо. Эй, дети, я не понял, это что такое, а? Тебе, баклан долбанный, понимать занятия лишнее. Берешь пятихатку и счастлив до конца жизни. Не расстраивай меня, а то тебе придется на собственные похороны билеты продавать. Понял? Да, я как раз и... Что и? Я искренне желаю вам приятного просмотра. Спасибо огромное, мальчик. Не за что. Козёл. Ну, поздравляю, Василий Павлович. Собеседование вы прошли замечательно. Ну и должность начальника службы безопасности довольно ответственная. Фирма у нас солидная. Должен сказать, что здесь довольно большие деньги крутятся, Василий Павлович. Да. Но отношения простые, доброжелательные. Вот. Так что завтра оформляйтесь и приступайте. Спасибо. Скажите мне, пожалуйста, а вот как только я оформлюсь, я мог бы получить аванс? Вообще так не принято. Я понимаю вас, но ну, в виде исключений, как бы в долг. Я, наверное, могу вам помочь. Вот. Спасибо. Под 10% вас устроит? Угу. Что вы говорите? Ну, конечно, да. Устроит. Отношения, значит, простые. Да, у нас все на полном доверии. Всего вам доброго. Да, до свидания, Василий Павлович, до свидания. Да ты вообще теперь можешь считать, что между нами береза выросла.
А Сереге я позвоню, так что у тебя теперь вообще один номер остался. Какой? 03, вот какой. Вот упырь. Тебе чего? Ничего, просто смотрю. Иди вон в компьютер свой смотри, там для тебя интересней. Настя. А? Я в кафе. А экскурсия? А у меня обед, Настя. Добрый день. Привет. О. Здравствуйте. Иннокентий Сергеевич, здравствуйте. Выручайте, Настенька. А что случилось? Мне бы работенку какую-нибудь найти у вас в музее. А то, знаете, за комнату заплатил и на мели остался. Если честно, вся надежда на вас. Я понимаю, да. Даже не знаю. А экскурсоводом пойдете? А то, видите, у нас здесь с этим труба. Я готов, но есть нюанс. Паспорт. Я, видимо, его потерял, когда под машину попал. Под вашу. Ой, господи, это же я во всем виновата. Вы меня простите, пожалуйста, Иннокентий Сергеевич. Нет, я сам во всем виноват. Нет, это... А если нам кого-нибудь другого оформить, а работать будете вы? У вас есть человек, с кем договориться можно? Настя, вы меня просто спасли, и за это с меня праздничный ужин. А человек такой есть, близкий и, знаете, честный. Честный? Очень честный. Настюха! Я тебя поздравляю, ты опять не дочь безработного. Да, устроился. Завтра приступай, а вот сегодня мы с тобой вечером это дело отметим в ресторане. Говори громче, не слышу. Какой ужин? А, ну да. Иннокентий Сергеевич. Ну послушай, Настя, ну... У меня такой повод, ну. Как, у него такой же? Хорошо. Я понял. Твою дивизию. Ну, это дело как надо кончать. Вот, Настенька, в мире существует три великие кухни. Французская, китайская и моя. Я сейчас такая голодная, что съела бы все, что угодно. Никогда не соглашайся на что угодно, если можно взять лучшее. Хм, интересная мысль. Дарю. Переделаем все. Опа. Пап! Это что такое? Что такое? Ну, ты мне 5 лет твердишь, освежи кухню. Вот я ее и освежаю. А как же ужин? Нет, это я, конечно, пристроюсь где-нибудь. Не надо здесь нигде пристраиваться. Не волнуйся, ужин есть, папа обеспечил. Ты что, сам приготовил ужин? Нет, купил. Курица-гриль. А где курица-то? В морозилке. Я ее тогда сейчас... Подожди, с курицей. Настя. Вот. Я приглашаю тебя в консерваторию. Куда? Ты ничего не перепутал? Пап, консерватория – это место, где играют классическую музыку. Я понял, что не консервы. В субботу мы идем. В 19:00 мы будем слушать Перголези. Не, извини, в субботу я не могу. Почему? Потому что мы с Настей идем на футбол. Господи. Час от часу не легче. Нет, спасибо вам, конечно, огромное. Но идите вы сами на футбол и в консерваторию. А у меня на выходные другие планы. А чем это ты так занята? Пап, это мое дело. Настя! Так, ну ладно. Перголези ты уже выучил. А теперь запомни еще одну фамилию на П. Великий воспитатель. Полная противоположность тебе. Пестолоцци. Сам ты на П. Вали отсюда. Мне заканчивать надо. Ясно. Кстати, а откуда у уволенных ментов деньги на ремонт? Почку продал? На работу устроился.
Практически. Кстати, я тоже практически. Добрый вечер. Стоять, вы кто? Я стою. Просто говорю, здравствуйте. Учтите, я знаю карате. Очень хорошо. И у меня еще папа, милиционер. Замечательно, вы не волнуйтесь. Я ваш сосед, Жилец Елизавета Александровна. Ну и что? Ничего, просто Андрей. А вы Настя? Да. А вы откуда? А, хотя это понятно. Узнаю тетю Лизу. Да. Разговорчивая женщина. Это да. А вы что, не спите? Да так, не спится. А вы? Тоже не спится. Mm-hmm. Красивая у вас машина. Да. Боска. Ну надо же, и об этом тетя Лиза успела рассказать. Представьте, Боска-то узнал сам. Да ладно. А вы кто? Программист. Программист? Со знанием живописи 17 века? Вечер становится интересным. А вы рассчитывали увидеть типичного зануду? Так вот, я нетипичный. Поэтому для продолжения нашего знакомства следующую встречу назначаю в музее. Почему в музее? Рассчитываю на содержательную экскурсию, причем индивидуально. То есть вы считаете, что все музейные барышни – серые мыши? И на свидание, кроме как на экскурсию, ни на что не способны, да? У вас есть шанс убедить меня в обратном. Ну так вот, типичные музейные на улицах не знакомятся. Тем более по ночам. Но я исключение, поэтому подумай над вашим интересным предложением. Ну, спокойной ночи, Андрей. Спокойной ночи, Настя. Войдите. Здравствуйте. Я ваш новый начальник охраны, вот оформляться пришел. Очень приятно, садитесь. Напишите заявление. И ваш паспорт, пожалуйста. Угу. Вот, пожалуйста. Угу. Папин паспорт? Замечательный человек. Всегда готов помочь людям в беде. Так что, Настенька, давайте оформлять этот паспорт, а когда придет мой, мы вашего папу просто уволим. Нормально, Настя, ты чё? Я просто перестановку делал, видишь, присел просто. Ага. Посидеть хоть. Ну ты это давай отдыхай. Угу, ладненько. Это, а есть что поесть-то? Есть нет, я приготовлю. Не надо. Давай, дуй к Лизе. Она тебе как раз картошку жарит, как ты любишь. Ты точно в порядке? Нормально все, ты чё, перестань. Ну я тогда пошла. Все. Ой. Ну и видок у тебя, Вась. Может, тебе скорую вызвать, а? Обойдется. Ты тут прибирался, случайно не видел мой паспорт? Это что ли? Откуда? Откуда? Из шкафчика.
Вот устраивался на работу, мне твоя ксива так пригодилась. Я же говорил, ты мне поможешь. Ты... гнида ты последняя. Тише. Веди себя культурно, ты же теперь работник музея. Издеваешься, да? Ну издевайся. А вот ничего, я завтра пойду и уволюсь из музея. Ну да, твое право. А вот того, кто меня по чужому паспорту оформил, тебе не жалко? Нет. Вот пусть получит по полной программе, если законы нарушает. Да. Ну и пусть получит. А, я так Насте передам. А Настя здесь при чем? Я тебе не говорил, да? Так это же Настя меня оформила на работу. Настя? Экскурсоводом. Как она могла так поступить? А что тебя удивляет? Ребенок помогает родному отцу даже на подсознательном уровне. Вам спинку помассировать, гражданин начальник? Иди ты! Понял, мне переодеваться надо. Извините. Здравствуйте. Здрасте. Так, крысятничаем. В каком смысле крысятничаем? Картошка-то чужая. Зато вкусная. Конечно, вкусная. Потому что тетя Лиза для меня ее готовила. Кстати, где она? В магазин ушла. А вы, значит, тут мою картошку едите? Да ничего я не ем. Просто решил попробовать и втянулся. Угу. Откуда же я знал, что она ваша? Извините. Куда? Туда. Ну ладно, присоединяйтесь. А вы меня не выдадите? Обязательно выдам. Ну и зря. Вам тоже достанется. Мы ведь теперь соучастники. Ладно, живите. Только не понимаю, зачем я это все делаю? Ну, наверное, потому что я обаятельный. Кто это вам сказал? Нахал? Да. Ау! Извините. Больно? Ну, конечно, больно. А я знаю, что надо делать. Ну точно, нахал! Почему нахал? Просто открытый человек. Не болит? Нет. Прошло? Да. Мамино средство. Молодец, мама. Какой же ты подонок, а? Какой ты подонок. К моей дочери. По моему же паспорту. Слышь, ты там фильтруй базар, начальничек. А то, знаешь, я вот утюжок-то погорячее сделаю, мало не покажется, ты мне не то что извинишься, а и дом на меня перепишешь и расскажешь, где деньги спрятаны. Я теперь с тебя, скотина, глаз не спущу. Да ты лучше не с меня, а с дочери своих глаз не спускай. Куда она по воскресеньям шастает, а? С кем? Что это за сумища у нее такая? А? Да я-то откуда знаю? Что, не слышал, что сказала? Не ваше дело. Она же вся в меня. Парень, кремень. Не ожидал я от вас, товарищ полковник. Чего ты не ожидал? Явного манкирования своими служебными обязанностями. По-человечески можешь разговаривать, нет? А ты поймешь по-человечески-то. Следи за моей мыслью. Я-я-я-я-я! Утюг! А? Утюг! Вот. Все. Так. Значит... Насти дома нет, сумка у нее в багажнике, ключ от машины у меня в кармане. Ты что, предлагаешь-то? Обыск? Вульгарно обыск. Благородный шмон. Куда пошел? А? Я, ты! Не понял. Утюг, сними! А что я песни пою? Хотите, спою? Нет. Давайте как-нибудь в следующий раз. Отлично. Значит, будет в следующий раз. Я не это имела в виду. Я пойду. Ну, у вас другого выхода нет? Мы же картошку с вами ели. Ну. Ну, это же это серьезно. Да уж. Потом мы целовались. Я тебя не целовала, это ты меня целовал. Вот видите, а теперь мы перешли на ты. Ну что? Что? Будем еще целоваться? Обойдешься.
Даже тогда не знаю, что и делать. Картошку съели. О! Познакомились уже. Да, тетя Лиз, мы тут картошку ели. Спасибо, очень вкусно. Обалденная картошка получилась. Вы ее хоть посолили? Она что, не соленая была? Нет. А мы и не заметили. Ну, все, мне надо идти, спасибо. Вкусная картошка. Совсем не соленая. Опа. Вот. Парашют. Парашют. Ну что, Ментера, доволен? Довел девчонку? Она уже от твоего воспитания готова с любой верхотуры вниз башкой сигануть. Это подожди, еще доказать нужно. Может быть, это совсем другое значит. Ух ты какой, а? Про доказательства заговорил. Да нет, вот, дорогой мой Вася, вот сумка, вот парашют. И никто ей его не подбросил, как мне ту валюту. Вот паршивка, а? Ну, ничего, явится, я и устрою. Надеюсь, ты меня поддержишь. Да нет, начальничек, это, знаешь, как-то не по понятиям. Я так медленно скатываюсь на путь исправления. Ну, ради благородного дела готов сотрудничать со следствием. Благодарю за службу. Это что такое? Говори немедленно. Ты что, рылся в моих вещах? Я думаю, папа сделал это из лучших побуждений. Я попросил бы вас сейчас, Иннокентий Сергеевич, что вот это такое, я тебя спрашиваю. Тебе заняться больше нечем, что ли? Я в полной уверенности, что моя дочь в своем музее картинки рассматривает, а она, оказывается, каждые выходные жизнью рискует. А ты об отце подумала? А что ты так завелся-то? Я ничем не рискую. И потом ты сам говорил, что я вся в тебя. Неправда. Я с парашютом не прыгал. А жизнью рисковал, бандитов ловил. И особо не грузился, что я об этом думаю. Я, Настя, это я. А ты, это ты. Я запрещаю тебе. Категорически. Слышишь меня? Запрещаю. А мне плевать. Что? А ну-ка, стоять! Слушай, ну-ка, да подождите вы. Иди ты. Я не закончил еще! Я закончил! Послушай, папу, в конце концов! Ты понимаешь, что в этой ситуации все что угодно может случиться? Да ты что может случиться? Пап, не раскроется парашют у тебя! Пап, ты что не понимаешь, а? Ну, постой, не раскроется! Что хочешь делать вокруг? А? Ты можешь мне объяснить? Не буду объяснять тебе. Это «Береза». Объект под наблюдением. Установлен контакт с семьей. Понял. Есть. Да хватит уже, а? Похороны закатывать. Подождите вы! Анастасия! Если ты закончил орать, можно я пойду в свою комнату? Нет, я не закончил. Ты? Конечно. Настя, папа твой мент. Папа твой только орать умеет, потому что он в жизни ни хрена ничего не понимает. Папу можно не слушать. Послушай хотя бы постороннего человека. Вот тебе сейчас Иннокентий Сергеевич скажет по этому поводу.
Настя, ну, конечно, такой вид спорта, это, конечно, дело опасное. Я тебе что говорил? Слушай, человека-то! Но, в принципе, ничего страшного в том, что девушка прыгает с парашютом, я лично не вижу. Мне кажется, это даже добавляет некоторую оригинальность, столь свойственную творческим людям, и совершенно непонятную вот простым обывателям. Спасибо вам, Иннокентий Сергеевич. А? Вот чужой человек, а понимает меня лучше, чем родной отец. Ты очень правильно сейчас сказала. Чужой. Вот это чужой. Вот ему наплевать, разобьешься ты или не разобьешься. А вот папе, хоть и обывателю, не плевать и не все равно, Настя. Василий Павлович, вы, наверное, в детстве высоты боялись, да? Я вам могу сказать, господин Бочкин, что я никогда ничего и никого не боялся. И до сих пор не боюсь. Ну, знаете, на словах-то мы все герои. А вот представить вас прыгающим с парашютом не могу. Вот не могу. А ты, значит, можешь, да, с парашют прыгать? Я могу. Я рисковый. Так, а теперь послушайте меня. Нравится это кому-то или нет? Я завтра лечу и прыгаю. Я с тобой! Чего, Надь? Что значит зря? Наоборот, спасибо тебе. Я, честно говоря, сам давно мечтал прыгнуть. Сейчас высота какая? Ну, обычно прыгаем с 4000. 4000 чего? Метров, пап. Но для вас будем с 1500. Это хорошо. Это 1.5 километра. Да вы не волнуйтесь, Иннокентий Сергеевич, ну. Не-не-не, я не волнуюсь. Я просто, когда думаю о полетах, всегда на память приходит картина Питера Брейгеля «Падение Икара». Приготовиться к затяжному прыжку. Первый. Пошел. Второй. Пошел. Третий. Пошел. Богом! А, осторожно, Настенька. Хорошо. Настенька. Четвертый. Пошел! Ой! Думаешь, стоит прыгать? Тебе стоит! Я пропущу! У ребенка должен остаться отец! Хотя бы один! От такого слышу! Согласен! Так.